спрашиваю, чтобы на полосы сплошные не налететь. Вот видишь, ты наехал на сплошную. А если бы ты аккуратненько притормозил бы, спокойненько нашел бы. Куда ж так лететь? Это не сдача. Курсе. Тихо, тихо, тихо. А если бы он траекторию движения поменял бы в нашу сторону? Захотел бы продать автомобиль. Никогда не выезжай на аптечку, пока машины едут. Что у них на уме, тоже непонятно.